Де кисы? Вот жаль, пляшутся. Сейчас попробуем их позвать. Бандюган! Лоскутик есть. Лоскутик! Бандюган здесь где-то проходил сейчас. Он сейчас придет. Да? Бандюган! Он Харька идет. Или это до Харька? Бандюган! Ну ты водичку налил, пьют. Спасибо. На здоровье. Зови, зови бандюгана. Маруся. Привет, Маруся. Привет. Ладно, я буду вам ложить, будете кушать. Да, а то ты ждешь, когда все соберутся. Хорошо. Он красавец, Матроскин. Ну, красавец, я тебе там насыплю. Хорошо. Он, Джон. Ну, идемте. Так, Маруся, иди сюда. Тихоньку, потихоньку. Маруся, Маруся. Так. Осторожно. Поворачивайся. Вот ты самое хорошее место занял. Давай, попу убирай. Так, жарко. Пусть остынет. На. Иди сюда. Джон, бандюган, иди возвращайся. Нафиг ты туда ходил, а? Давай возвращайся. Джон, сейчас я насыплю. Бандюгаша, вот что ты туда ходил? Сюда иди. Давай. Подходи, подходи. 50 секунд мог бы подождать. В чем дело? Ну-ка иди, возвращайся. Давай, иди, иди кушай. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Что, уже все сожрала? Ой, Маруся, ты как слон. На. Спасибо. Жарко, да, бандюган? Да. Ты как собака дышишь. Так, я сейчас насыплю Джону и тебе, киса. Ой, блин. Как ему эти глаза прочищать? У меня есть опыт, но только... Его же держать надо. Что его? Шварценеггер или как он там? Камикадзе? Ой, блин. Бандюган, иди в луже морду умой свою и все. Так. Джон, 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 Джон. Где тебе насыпать, а? Джон. Ты в клетке будешь сидеть? А, киса? Где тебе насыпать? Вон картонку сейчас возьму и насыплю на нее. На, иди сюда. Где ешь? Ты такой взгляд, как будто я тебе пиццу даю острую. Иди ешь. Так, красавица, ты здесь? Да. Сейчас. Идем, тебя на кружочек положу. Идем. Идем, идем, идем. Ну, проходи. Сюда иди. На. И твоим чимчиратом. Идем, Харька. 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 Тисто. Харька. Тисто. Лоскутик, на, киса. Что, косточка? На. Поворачивайся. Кушай. Харька, ты где? Ладно. Что, Маруся, ты опять? Мозги. А? Идем, идем. Идем. Или ты уже засосала пылесосом своим? Пошли, посмотрим. Пошли, пошли. А, ты думаешь, я в парке пойду и там буду тебе черный круг давать?
И куда ты так целенаправленно. Харька, иди сюда. Харька. Воды хочу. Ну попей. Ой, господи. Да садись, кушай, кто тебе мешает? Матроскин, неса. Или ты уже поел? Не поел. Это мое. Да кушай твое. Кушай. Кушай. Давай. Нифиг. На, еще тебе. А, у тебя там есть. Не, я спрятал. Спрятал ты. Так, ладно, я пойду в парк. Харька, там вот возле, где вода, там корм лежит. Хорошо? Еще. Все, бай-бай вам. Томас. Да, сегодня такая жара, что кошки все основательно спрятаются. Я здесь. Привет. Привет. Сейчас, Томас, сейчас. Томас. Ты кошка или кто? Сейчас еще добавлю. Градусов 30 как минимум. Может быть 35. Ага, стекло сейчас уберу. Сейчас, Томас. Так, воды долью. Что? Привет. Привет. Сейчас, мелко, сейчас. На. И сюда. На. Садись, ешь. Я сейчас вам историю расскажу одну маленькую, связанную с подарками. Вот. Сейчас. Все, пойду, ребята? Нет, спасибо. Спасибо. Бай-бай. Бай-бай. О. Это погрузчик забрал машинки. Наверное, они там слишком долго стояли. Так бывает. Да. У нас там автобус застрял. Он стоит долго. Будет стоять. Что-то у него там с гидравликой или еще что-то случилось. Прямо на остановке. Повезло тем, кто доехал. Он объезжает его вовсю. Ну так вот, все связано опять же с тем же подарком. Вернее, с подарками. Для Дианы Анкудиновой. Все вроде бы, все получилось. Вручила женщина, которой я послал отсюда посылку. Дай бог ей здоровья. Вручила. Все это, конечно, по скромности было, без всяких таких сильных эмоций, потому что это немножко нужно скромно делать и скромно реагировать. Потом мне сказали, что этот подарок Диана взяла во время концерта. Его поставили на сцене со всеми остальными подарками. И Марфуши, похоже, нет. Вот. И что дальше? А дальше? Дальше надо было узнать, забрали ли эти подарки. Ну, короче говоря, я только через несколько дней смог добиться от людей, которые на YouTube каналы держат, и которые там присутствовали на концерте, добиться того, что, да, этот подарок видели, как сестра Дианы, Настя, их раскрывала, смотрела. И, короче говоря, выставила потом фото, так мне написали, на свой чат. Отлично. Вот кто мне скажет, а какой у Насти чат?
А, Шмель, ты знаешь, какой у нас течет? Не нафиг, откуда я могу знать? Вот-вот. Ты откуда можешь знать? Я тоже откуда могу знать? Короче говоря, чат чатом. Но мне потом один хороший человек, кстати, у которого я брал записи для клипов, ну, музыкально, эти вот звучание само. Вот. Он мне прислал фотку на сам канал, вот, которую я сфотографировал, а после чего эту фотографию удалили с этой переписки, и все. То есть посмотрело маленькое количество людей. Я, конечно, безумно рад, что все так происходит, но удивительно в том все, что все тщательно камуфлируется и скрывается. И как вы думаете, что я догадался, что да, действительно, это фото было сделано, оно у меня, кстати, сохранилось, слава богу, что это фото было сделано именно в кухне, где живет семья Дианы. На этом фото, есть фрагмент занавески. Занавески на кухне. Точно такая же занавеска видна на одном из видео, как Диана со своей семьей лепили вареники с вишней. Вы представляете, это как надо было закамуфлировать, чтобы догадаться, что это действительно, да, такие фото сделано было там. Я уже столько чего подумал, что все что угодно, короче говоря. Нервничал лишние разы. Это же элементарно сказать. Ренуар, вот фото, смотри. Вот видео, смотри. Все мы получили, спасибо. Фиг. Ну, кто меня знает конкретно, а? Я тут сценарий пишу. Кстати, уже связался с концертным директором Дианы Анкудиновой. Потому что в Израиле самое интересное, мало кто знает о ней. И поэтому люди, которые звонят из Израиля, говорят: это, понимаете, не актуально, чтобы мы тут, куда мы знаем, кто это такая. Мы вот Пенкина знаем. И все, и что там, и кто там с Пенкиным еще приезжает. Вот так вот. Все. А потому что здесь концерты по русскоязычной линии идут в основном все с теми выступающими певцами, певицами, актерами, актрисами, которые в те годы еще начинали, поднимались в 90-е, 80-е, в 2000-е. Вот и все. Что я делаю? Я сейчас хочу, притом серьезным образом заняться этим вопросом. Это я и об этом написал. Ой, и кого я вижу здесь? Марфуша и Чубчик. Сейчас, кисоньки, я вам здесь и положу. Вы на Мусорке живете? Кисок своих воспитываете? Идемте сюда, идемте. Сейчас, кисоньки, сейчас, идемте сюда. Идемте. Так, Чубчик, здесь уже машин нету. На, Чубчик, пизда, киса. Давай. Кушай. И водичку мы здесь нальем. Марфуша, ты лежать будешь? На, на. На, я тебе и водичку сейчас налью вам. Иди сюда. Давай, кушать. О, какая ты чистая. Сейчас я водичку вам налью. Садись, кушай. Ай, блин. Сейчас налью водичку. У меня пластик есть. Сегодня бутылку разрезал одну. Я ее там поставлю. Хорошо, Чубчик? Еще. Все. Сейчас здесь налью и поставлю. Ой, господи. Короче говоря, что надо делать?
Кушайте, кушайте. Я водичку налил. О, сказал, что машин нету. Аля-аля называется. А машина уже тут как тут. Иди возвращайся, она будет долго там стоять. Чупчик, иди сюда. Все нормально, иди сюда. Иди сюда. Подходи, ешь. Подходи, ешь. Ешь. Тоже возвращайся, кушай. Она разворачивается. Вряд ли она поедет. Это какого фига? Че... Он приехал, чтобы это, посмотреть, есть ли здесь проезд. Марфуша, иди сюда. Марфуша. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ты нафиг. Марфуша. Кс-кс-кс-кс. Он уехал, все уже. Марфуша. Киса. Иди сюда. Подходи. Такая чумазая стала. Иди сюда. На. Он уехал. Все, он уехал. Сейчас еще на чупчик поедет. Да что такое вообще? Ну давай, езжай нафиг и все. Чупчик, водичка вот. Иди сюда. А, я тебе сейчас вкусняшку дам. Сейчас, сейчас, чупчик, сейчас. Да не будет он тебя трогать. Иди сюда. На. Иди сюда. Чупчик, на. Спасибо. На, вот, вкусняшечка. Идем, идем, киса, идем. На, понюхай. Иди, в мусорке воняет. Ну идем, идем, иди сюда, на. Кс-кс-кс. На, вот одну съешь, потом еще одну получишь. Давай. Не-не-не-не-не-не-не. Возвращайся, чупчик, идем, идем, Марфуша. На, чупчик, иди сюда. Марфуша, на. Кс-кс-кс-кс. Иди, иди, кушай. Иди, давай, 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 давай. Давай. Чупчик, иди ешь. Ешь давай. Ешь. Ешь, вот, вот, вот. Короче, девочки. Марфуша, на, иди сюда. На. Вот что значит приехал? Какого фига? Ну, приехал задом, заедь и все. Ладно. Пойду я. Сытые, значит. Да, мы сытые. Короче, мне нужно с ними связаться, с радиостанциями Израиля. Потому что если давать здесь концерты Диане, так только для израильской публики, с коренного населения. Потому что еще одна машина. Ну, короче, все. Они думают, что здесь проезд. Шапкак, зэу. В чем дело вообще? А? Или футбол намечается? Ладно. Так. У Дианы голос с восточными красками. И здесь оценят ее на ура. Он Брэндон Стоун спел песню «Золотой Иерусалим». И все. Я к чему это говорю? У него именно эта песня, как визитка в Израиль, можно сказать. А у Дианы... Привет вам. Давай, заканчивай, покорми, и потом вали дальше. Хорошо, хорошо. А я даже паузу не делал. Ну не делал, одно видео включил. Сейчас я тогда переключусь. Хорошо.